Здравствуйте, эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Спасатель в погонах. Полицейский спас тонущего мальчика. Абрикосовый сок как визитная карточка республики. О том, как изготавливают натуральный напиток, расскажут наши корреспонденты. Ежегодно с наступлением купального сезона в дагестанских водоемах происходит десятки несчастных случаев. С начала этого лета море уже унесло жизни 9 отдыхающих, четверо из которых – дети. О том, как не стать жертвой морской пучины, на пляжах города рассказывают медики. Организатором такой акции выступил Минздрав Дагестана. В кино часто показывают утопающих следующим образом. Человек находится в воде, кричит, размахивает руками, зовет себе на помощь. На практике это все выглядит, к сожалению, по-другому. Хочу обратить внимание, что очень часто дети тонут, к сожалению, буквально на глазах у родителей. Они не размахивают руками, не зовут на помощь. Со стороны это может выглядеть, как будто бы ребенок просто играется и буквально уходит под воду постепенно, так как дети любят часто нырять. Не разрешайте детям нырять. Специалисты Республиканского центра медицинской профилактики совместно с бригадой Дагестанского центра медицины катастроф и студенческим отрядом «Снежный барс» сначала провели соцопрос, а потом наглядно на манекенах показали, как оказать первую помощь при утоплении и тепловом ударе. Наклоняемся и спрашиваем. С вами все в порядке? Вам помочь? Вам нужна помощь? Нет сознания. Проверяем дыхание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет дыхания. Помогите, пожалуйста, человеку плохо. Мы сами начинаем освобождать его от стесняющей одежды, и во время того, как освобождаем, вызываем скорую помощь. Скорую помощь мы вызываем по номеру 112, просим соединиться со скорой. В первую очередь мы говорим адрес, где мы располагаемся, чтобы скорая знала, куда надо ехать. Второе, сколько у нас пострадавших, пол, возраст и что случилось. И все же, несмотря на предупреждения, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что, в свою очередь, приводит к трагедии. Но история, о которой мы вам сегодня расскажем, с благополучным концом, благодаря отважному молодому полицейскому. О том, как профессия становится образом жизни, в сюжете нашего корреспондента. Теперь уже юный Гаджимагомед шутит и смеется. Вместе с родными и своим спасителем за чашкой чая рассказывает, как и на шутку тогда испугался, когда течение в море стало его уносить. Но, к счастью, рядом оказался неравнодушный, который не растерялся и бросился его спасать. Ну, если бы не он, я, наверное, бы утонул даже, я не знаю. Помог парнишке выбраться из воды сержант полиции Гаджимурат Тинамагомедов. В этот день он не был на службе, а просто отдыхал с друзьями на берегу. Когда услышал крики о помощи, вспоминает молодой человек, они с товарищами собирались уже уходить. Времени на раздумья не было, понимая, что от его действий зависит жизнь человека, бросился в воду. Ну, Гаджимагомед, иди сюда. Ты, говорит, куда идешь? А он говорит, я не могу. Я когда это услышала, эти слова, это, конечно, очень тяжело видеть своего ребенка, который я начала бежать за ним. Не знаю, как сказать, как отблагодарить. У меня просто нет слов. Я такая благодарна его родителям. Очень благодарна за такого отважного, за такого храброго парня. Я никогда его не забуду. 12-летний Гаджимагомед отделался лишь испугом, а вот сотруднику полиции понадобилась медицинская помощь. Он разбил подводные камни, ногу и руку в кровь. Но главное, признается полицейский, что успел вытащить мальчика на берег. Мать была уже, она по камням за ним идет. Я увидел это все, подбежал туда, и вдоль камней уже, когда бежал, порезался, и кровь идет. И давай за ним плыть. Я к нему плыву, он от меня, его течением еще больше уносит. Я плыву, уже чувствую, что кровь идет, силу теряю. И он стоит, помоги. Куда деваться? Думаю, ладно, черт с ним. Да, будь что будет, доплыву. Вы собирались уже уходить, да, я так понял? Да, мои друзья в машину сели, я одевался. Я уже одетый был, и мне осталось телефон и туфли забрать и уйти. И услышал крик о помощи. И все бросил, побежал. Теперь за одним столом в этой семье пьют чай со своим уже таким близким другом. Ведь знаком с подобными людьми, признается Лейла, у них не так много. Она надеется, что Гаджимурат такой не один, и к подобному славному подвигу каждый готов. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала.
Всероссийский молодежный форум «Экспедиция Hidden History» проходит в эти дни в Цумадинском районе на базе горной вершины. Мероприятие направлено на изучение и сохранение культуры и традиций народов Дагестана. В первый день форума провели фестиваль «Этномир Кавказа», на котором прошел показ национальной одежды. Были музыкальные выступления национальных коллективов, а также мастер-классы от унцикульского мастера по дереву и гацатринского ювелира. Сегодня и завтра будут проводиться экспедиции по изучению культуры, быта и ремесел Цумадинского района. Экологически чистый абрикосовый сок уже давно стал визитной карточкой Дагестана. В частности, одним из центров переработки этого сочного фрукта является Ботрихский район. Вот уже более 10 лет предприятие «Аквариус» на базе Ботрихского консервного завода принимает у населения абрикосы и изготавливает из него экологически чистое пюре. Подробнее о его работе в самый жаркий сезон в сюжете Карины Баталовой. Эти маленькие желтые плоды выращены местными ботлихскими садоводами. Сюда их везли со всей округи. У кого-то счет шел на килограммы, у кого-то на тонны. Всего с начала сезона предприятие приняло уже 420 тонн абрикосов. Из них изготовили пюре и разлили по баллонам, которые отправятся на склад до момента реализации. У нас пюре очень качественный, экологически чистый продукт, потому что абрикосы поступают. Мы здесь на заводе работаем всей семьей. Особенно в сезонное время приходится работать с 8 до 22 часов, чтобы абрикосы не гнили и мы могли хорошую качественную продукцию передавать. В отличие от иных предприятий, здесь не используют асептическое консервирование. Это когда продукт подвергают кратковременной стерилизации при высоких температурах. По мнению директора Магомеда Муртазалиева, их пюре намного качественнее, ведь оно не проходит подобную жесткую термическую обработку. Сегодня из 18 заводов 2-3 работают в горах. Один из них этот. Мы успешно работаем. У нас проблем. У нас нет импортного оборудования. Все оборудование здесь, которое мы сделали, собрали из того, что на металлолом сдали, собрали, здесь сделали и работает как часы. На сегодняшний день единственной проблемой предприятия является вопрос реализации товара. Одно из решений – поставка сырья в различные социальные и образовательные учреждения республики. Так или иначе, простой дагестанский потребитель отдает предпочтение экологически чистому продукту. Республика Дагестан является лидером по выращиванию абрикосов Российской Федерации. Сегодняшний день под абрикосами у нас находится более 5000 гектаров земли. Урожайность каждый год составляет около 30-35 тысяч тонн. При этом около 10% перерабатывается каждый год. В этом году в Дагестане переработкой занимается 8 крупных предприятий. Через них пройдет 2500 тонн абрикосов. Прием сладкого горского фрукта продлится еще 2 недели. Карина Баталова, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Ботлихский район. Это была последняя информация в этом выпуске. Удачных вам выходных, всего доброго и до свидания.